Техническая комната профессионально-технического училища турецкой провинции Денизли будет носить имя национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова. Новая мастерская технического кодирования и техническая комната имени национального героя Азербайджана откроется 12 апреля. Ожидается, что в церемонии открытия примут участие представители дипломатического корпуса Азербайджана в Турции, а также советник по вопросам образования посольства Наджиба Насибова.